Столичную стометровку перекрыли. Машины выбирают новый маршрут, как выехать с площади Суворова. Общественный транспорт будет ездить по параллельным улицам. Причина веская. В Тирасполе идет масштабный ремонт дорог. Одна из дорог, на которых прямо сейчас идут ремонтные работы, это стометровка в центре. Предварительный этап уже завершен, пока идет проливка битума. Скоро начнется укладка асфальтобетона. В течение недели дорогу планируют полностью отреставрировать и открыть для движения транспорта. Эту дорогу ремонтирует «Шериф». Всего в 2019-м компания выделит на реанимацию 10 столичных участков около 16 миллионов рублей. Дороги в критическом состоянии восстанавливают в первую очередь. Перекрыли движение и по Карла Либнихта от Мечникова до совхоза Фрунзе. Там уже идет укладка асфальтобетона. Работы планируют завершить до конца недели. А вот на улице Ленина у почты ремонт только начнут. Сейчас параллельно идут работы как по среднему ремонту, так и по текущему ремонту ввиду подготовки к 9 мая и того графика мероприятий, который запланирован на год по дорожному фонду. Кроме среднего ремонта, в этом году продолжат и ямочный. Как раз сегодня днем несколько улиц частично перекрыли. В целом, в этом году ямочного ремонта на 30% меньше, чем в прошлом. Уже сказывается объем обновления дорог в 2018.